Сегодня в Чувашию с рабочим визитом прибыл заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец. Михаил Игнатьев и Иван Шкловец обсудили вопросы исполнения указа президента России о мероприятиях по реализации государственной социальной политики. Глава Чувашии отметил, что в республике эффективно реализуются задачи по снижению безработицы, трудоустройству инвалидов, повышению заработной платы. В целом, из бюджетов разных уровней на республиканскую программу занятости населения выделено 544 миллиона рублей. 20 тысяч человек сегодня востребованы работодателями. В фонде занятости тоже округляю, но 5 тысяч, так скажем. Это 4 раза перевес, когда спрос работодателя превышает. Напряженность на рынке труда у вас не высокая. Это коэффициент напряженности практически 0,3. Иван Шкловец сообщил, что его визит в Чувашию носит плановый характер. Состоятся встречи с руководителями ряда министерств, территориальных органов федеральной исполнительной власти, где будут обсуждаться задачи по исполнению указа президента страны. На Роструд возложена функция мониторинга реализации указа президента по поэтапному повышению заработной платы отдельным категориям работников. Мониторинг также не носит какой-то надзорно-контрольный характер, поскольку мы ставим перед собой задачу отслеживания ситуации, насколько регионы имеют все возможности для реализации вот положения указа, в том числе финансовые возможности. То есть одной из составных частей мониторинга является как раз ситуация достаточно региональных средств на поэтапное повышение заработной платы. Потому что первые поездки уже показали, что региональных средств в отдельных случаях может не хватить для дальнейшего повышения. Я знаю, что в республике принято решение, два постановления с 1 января, с 1 апреля о повышении. Пока вы дорожную карту выполняете, придерживаетесь. Заместитель руководителя Роструда дал положительную оценку деятельности правительства республики по повышению заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. В ходе беседы также были рассмотрены вопросы погашения долгов по зарплате.